В этом году в 22-м открытом фестивале телекомпании Московской области «Братина» принимает участие более 50 телекомпаний. Фестиваль давно уже перерос рамки подмосковного смотра-конкурса и стал международным. В этом году на фестиваль впервые приехали представители телекомпании Донецкой Народной Республики. Жду новых знакомств, новых впечатлений, само собой. Будем стараться пытаться показать себя как можно выше на таком уровне. Ну и само собой привести к себе домой как можно больше опыта, поделиться им. Ну и, само собой, развиваться дальше. Мы первый раз, нас отправили, совсем это было неожиданно. Мы очень рады, что нам предоставилась возможность. Ну, ждем интересных экскурсий и познавательных, в плане нашей специфики работы, познавательных каких-то новых репортажей, ну что-то вот что интересное ждем. Надеемся, все будет классно. Ждем, в основном, обмен опытом. Постараемся поучаствовать, ну а жду, наверное, подчеркну для себя много нового и обмен, естественно, опытом, самое важное, с моими коллегами, которые будут участвовать. В начале сентября в сербском городе Бачка-Топола завершился фестиваль фильмов стран Дунайского региона «Профис-2018», участником которого стала приглашенная в Сербию делегация от «Братины». На «Профисте» было представлено 12 работ телекомпании Московской области и других субъектов Российской Федерации. Призы за представленные работы будут вручены сербской делегации уже на фестивале «Братина». Для вручения призов в составе сербской делегации фестиваль посетила министр культуры округа Воеводина Драгана Милошевич. Один из самых престижных фестивалей в России. Это 22-й фестиваль «Братина» из властей нашего края. Очень рада, что присутствую на этом фестивале. Вот подписан этот договор с нашим фестивалем в Бачка-Тополе в Сербии. Добрыми друзьями фестиваля стало независимое телевидение Севастополя. 22-я «Братина» для них юбилейная, уже пятая по счету. Я жду встречи с друзьями, с коллегами, с которыми мы уже так вот как родные стали. Приготовили небольшое кино, документалку привезли, и репортажи. Ну и, как всегда, будем участвовать в репортаже с колес. Это святое, для журналистов. С недавнего времени независимое телевидение Севастополя связывает с «Братиной» уже не только дружеские отношения. К нам в Севастополь из Сергиева Посада приехал оператор «Тунуса» Михаил Жичков. И мы его с удовольствием взяли на работу в нашу телекомпанию. Рады были видеть. Он доволен. У него корни, по-моему, есть там севастопольские. То ли мама у него, по-моему, мама у него из Севастополя, да. У него тоже получается две родины. Сергиев Посад и Севастополь.